Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Демонстрируем вам очередной шоу-набор в облаке. Только теперь розовым. Не знаю, попадет ли это розовость, так сказать, в эфир. Не знаю. Сейчас будем выходить уже из этого розового облака. Хватит. Опа! Вот она, смотрите. Эй! Причем мы набираем на наветренной стороне этого розового облака. Аки фламинго. На самом деле подкрашивает облако пустыня. Очень красиво. Но сама пустыня вся такая тоже розовая. У нас сегодня день с розами. Вот. И вот так вот все красиво прям. Как оно там сзади выглядит, наше облако гостеприимное. Ну так неплохо мы там подзаправились в розовом облаке. И впереди какое-то обычное облако. Сейчас мы через него пройдем. Вот такая пустыня под нами красивая. Вон там сзади у нас остался дом. Домашний аэродром. Вон, это тоже розовое облако. Ну вот домой нам теперь только к вечеру. Ну так, а мы немножечко шалим. В сторону Ботсвана шалим. Сейчас летим в сторону Ботсваны, посмотрим, как там ботсванята всякие живут. Ботсваняры, ботсванище. Вот, и вот так вот у нас впереди, пока погода хорошая. Ну, собственно, по прогнозу таковой должна оставаться. Ну, тоже так растут иногда вон пальцы из облаков. Но будем надеяться, что это все-таки пустыня. И в пустыне не должно быть совсем уж ужас всего. Ну, там видно будет. Вот, так что на этой оптимистичной ноте с приветом от розовых облаков. Аривар!